Вот уже 8 веков в России отмечают День любви, семьи и верности. Праздник берет свое начало от святых Петра и Февронии, сумевших сохранить любовь друг к другу на протяжении всего жизненного пути. В Оренбуржье это событие торжественно отмечают шестой год, и сегодня во дворце бракосочетания собрались обладатели различных свадебных дат со всей области. Отец Василий из села Сакмара недавно отметил с супругой 23-ю годовщину семейной жизни. У них 6 сыновей и 3 дочери. Так самое главное – любовь, взаимопонимание, взаимоснисхождение. Тогда семья будет прочной, и жизнь семьи будет долговечной. У каждого из семейных пар и супругов есть свои достоинства, есть свои недостатки. А вот семья Шляхтиных из Акбулакского района в этом году отмечает янтарную свадьбу. Они вместе уже 34 года, и у них свой секрет долгой супружеской жизни. Никаких мудростей нет, нужно просто друг другу немножко уступать. Взаимопонимание и терпение. Уважение к друг другу, уважение, вот мнение супруга. Беречь надо друг друга, ну, конечно, любить и беречь друг друга, самое главное. На торжественной церемонии присутствовал первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Он поздравил семейные пары и обратился к молодому поколению. Хотелось пожелать, во-первых, здоровья, успехов, любви, ну и самое главное, вот на примере старших, вот своих, товарищи, мам, пап, бабушек, дедушек, надо, чтобы они учились любить родину, учились любить семью, детей и были продолжателями настоящие вот тех традиций, которые существуют в нашей великой России. Такие мероприятия в Оренбурге год от года становятся только популярнее и продолжают собирать вместе все больше семейных пар со всей области, как пример любви и верности для молодого поколения. Иван Бер, Владимир Семенов, «Наше время».